был престиж и применительно финального матча. Если финалистам нужно свой престиж спасать, значит задача им ставит не некий король-вольнодумец, который за не золото просто, сами понимаете, да, отрубит голову. Оно не так. Италия дальше играет просто в десятеро. Но поди ты против этой команды сыграет в десятеро. Полно-полно на свете футбольных сборных, которые функционируют в Испании, в двадцатером мы не сыграли. Ты поедешь в Бразилию на чемпионат мира, опять-таки с репутацией команды, которая выиграла три последних форума подряд, которая один из фаворитов, которая опять-таки постарела, скажем, еще на 2 года, и это тоже будет правдой, и никто не будет понимать, а стареть-то можно до бесконечности или нет. Но мне кажется, все вопросы сняты. Я комментировал в Донецке матч полуфинальный между испанцами и португальцами. И до сих пор думаю, если бы Рауль Мейрелиш не бросал бы взгляд на Нани, развивалась эта атака трезубцем, да? Рассеивая свое внимание, сделал бы пас на Кристиану, Португалия вполне могла бы быть в финале. И чем все это дело закончилось, непонятно. Но нарвавшись на это, если испанцы дополнительное время показали футбол вроде того, что мы видим сегодня, почти все 90 минут. И на этом евро. Все-таки, да? Старый двор городской не портит. У испанцев полно молодых игроков. Но они уже давно выигрывают все, поэтому вопрос, постарели ли они в командах, то останется весь турнир. Ну что, господа, промахнулся Артем? Нет. Опять красная фурия. Сегодня с великолепным, показательным выставочным футболом, как ответом всем тем, что готов был усомниться, а может быть даже эту команду уже и перестать любить. Вот вам ответ. Просто надоели многим победы одной и той же команды. Это главное. Но если как сегодня, я думаю, что многие примут воспринимать. Однако играть 7 матчей, как сегодня, на протяжении месяца не под силу никому. И все это знают. Вот они, два великих вратаря современности, Жан-Луиджи Буффон. Как он пел гимн, как ему хотелось. Даже кто знает о гимне титула. Насколько странно в футбольном белом свете и в Европе. Испанская команда под руководством Висента Дель Боски, который не выиграл чемпионат Европы. Он сегодня стоял. Пока из Италии не осталось десятером. Стоял и никуда не уходил в технической зоне. Хотя не любитель. Хотя давно уже предпочитает сидеть на лавочке. Режиссер играет крупными планами. И, конечно, лица итальянцев никуда прятать не будут. На контрасте. Все это понятно. Все это понятно. Это нарочно. Арбелова выдвинули вперед. Орди Альба открытие. Фернандо Йоренте. Многие видели вообще его в основе испанской сборной. Видели слишком классические. Слишком вот такие фланговые посылы. Педро, Хесус Навас, а в центре Йоренте. Висенте Дель Боски решил иначе. Он решил в мелкий пас. 100%, правда?